Что такое? Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Мы продолжаем Black Mesa, черную мезу, мезу черную, чернющую, мезющую игру мы проходить. Я напоминаю, если кто-то не в курсе, это ремейк Half-Life 1. У нас с вами наверху, короче, куча военных. Причем на... Причем надо сделать как-то так, чтобы я их перестрелял, пока они меня не видят. Причем они меня заметили уже быстрее, чем я их. Ага, ладно. На, сука. Эх ты ж, бляха, муха, ты посмотри, не пролетает туда. Ладненько. Ой, это плохо, зачем? За что, пацаны, что я вам сделал? Отличненько. Ну пока практически без потерь идем, нормально. Ну, парочку здоровья мы, конечно, потеряли. Но это ничего страшного. По сравнению с тем, что мы можем потерять, когда полезем прямо к ним. Да сколько ж вас там, упыри, сука. Нет. Короче, ладно. Да, не туда. Давайте попробуем, пока они нас ждут здесь, мы вылезем вон там. Возможно, они не заметят. Это, так сказать, тактика, понимаешь? Тактика, тактическая. Тактический шутер, там все дела. Опачки. Пока они нас не ждут, мы вылезем прямо здесь. Я просто не понимаю, что лучше сделать, потому что что-то мы попали прям жестко. Надо посмотреть, сколько их тут вообще, народу. В принципе-то их немного. Если бы я зашел немного удачнее, я мог их расстрелять. Получается, сейчас, по идее, как бы, если бы... А, где я? Че я? Ой, с самого начала, нихера себе. Можно как бы греночку попробовать. Опа. Так, одного ранили, ладно. Еще одну. Ни в кого не попали, да? Ну-ка, на-ка еще. А где они все? Опа. А-а-а! Так, ладненько, держи. Ни в кого не попал, да? Воу, хорош! Там еще и танков в меня стреляют. Охереть. На-ка. Ха-ха, holy shit, действительно. Ой-о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 й! Короче, я забыл совсем про эту пушку. Она гораздо сейчас больше нам пригодится. Она стреляет шарами для боулинга, судя по ее боеприпасам нарисованным. Мы сейчас попробуем как-то... А хотя, подожди. У меня же еще есть РПГ. По идее... смотри-ка. Как это можно организовать? Раз... Вылази, вылази, давай. Не попал. Бляха, не попадаю. Два. Это я сам себя сейчас оглушил, да? Красавчик. Так, ладненько. Так, будем расстреливать. Просто так, так реально. Туда на танк лезть вообще никак не рекомендуется, мне кажется. Сейчас отсюда постреляем их и все. Да ядрить твою мать, давай быстрее! Во, отлично. Хорош. Кто еще есть? Суки, всех сейчас положу. Отвечаю, всех положу. Сколько я уже народ положил? Штук 4. Неплохо. Тут у нас что за проход? Воу-воу-воу-воу, поинта, спалили. Где ты, падла? Иди сюда, сучка. Ой, там еще один. Ладно, следующий. Иди твою мать. Где он? Пропал куда-то. Ну-ка, вер... Как они метко гранаты кидают, слышь? Где? Да
хорош уже! Достал тебя своими гранатами, падла. Так, еще один подъемчик. Нет. Вот так вот. Ни хера себе, ты понял, да? Просто прям в упор. А че он раньше не стрелял, я не понял. Он же раньше не стрелял в меня, когда я мимо него пробежал и все. Так, я где? О, опять с самого начала, что ты будешь делать-то? Очень плохо. Ладно. Ну, в принципе, работаем по той же схеме. С этой же пушки начинаем выстреливать и все. Так, а че у меня по магнуму? По магнуму у меня вообще пустота, да? Так, нашли меня, отлично. Значит, один сейчас с магнумом умрет, точно. Стоять на месте. Прощай. И я, что за зарядка-то пошла? Да умри ты уже, ну. Сучёныш, а. Вы достали своими гренами, слышь, что? Хватит уже гренами стреляться в меня. Да ядрить ты какой меткий, ублюдок! Сложный какой момент. Ладно, помер. Ты тоже сейчас помрешь. Помер, хорош. Ну что, давай вылазим, эй! И чё? Товарищи! Я жду вас! Алло! Так, хорош, ладно, F5. Чтоб 100 раз не перестреливать потом. Здесь я куда вылезу? Тоже на танк? Нет, рано. Рано пока. Так, танк у нас вон там, ага. Бежим, 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 бежим. Подожди, 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 подожди. Подожди! Нет! Я хотел прощемать, сошли. Зайти в танк с тылу, короче, и просто его прям задеть, всадить РПГ-шечный выстрел. Понятно. Слишком много солдат еще, слишком много солдат. Один танк-то ладно, я с ним еще как не справлюсь, но вот солдат больно до хера. По идее, можно попробовать гренами сейчас закидать. Только я не пойму, куда бы мне их кинуть. Со всех сторон их можно обойти, да? Да едет твою мать, сука, вниз, блядь, вниз залази, ну! Ой, здесь очень плохо сделано, когда он вылазит... Вверх-вниз, вверх-вниз, и, короче, он лезет уже наверх, и она говорит, нате, пацаны, расстреливайте, насрать мне на свое здоровье, на все подряд. Это очень сложный момент. Так, ладно. А можно же вот так, наверное, да? Ну-ка, пацаны, лови. Всех жуков сейчас покидаю туда, им пусть разбираются. Вот так вот просто все захерачим, и мы все. Кто-нибудь помер, нет? О, шметки тараканов моих полетели. Танк взорвал, нет? Так, ошметки людей уже хорошо. Он меня стреляет, да, до сих пор, падла. Пойдем с другой стороны, хорошо. Так, тихо. Прыгни, 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 Гордон! Бляха-муха. Пока он думает, что я здесь, мы обойдем его с другой стороны. Нет, не грену, грену рано. Так. А здесь мы не попадем. Здесь, сука, этот он. Хотя. Ясно. Не так. Это куда выводит нас? Так, грена, хер с ней. На-ка! Кого-нибудь взорвал, нет? Ух ты, бляха, прилетела прям, смотри. Там по-любому кто-то есть. Этот продолжает меня стрелять, короче говоря. У
Вернись, вернись. Да я вернусь, вернусь, а что поделаешь-то? Так, ты живой, что ли, еще? Что за херня? F5. Теперь-то я его взорвал, нет? Красава. Дураки, сука! Куда вы лезете? Я вам танк взорвал, дебилы! Готовьтесь к жопораздиранию. Опачки! Вот ты наглый, слышь, прям в упор подошел. Суки. Готовьтесь. Готовьтесь, псы. Опа. И куда он улетел? Боеприпасы кончились. Вернись, вернись, они мне говорят. Ну, сейчас я вернусь, вернусь, так. Опачки. Где их наглые морды? А, понято. Так, он далеко, подожди-ка. Он далеко. Отлично. Стоять, падла. Вылази! А, сектор clear, как это говорится. Мы зачистили нахер это все, что такое? Ничего, это ничего такого. Ладненько, хорош. Так, здесь что, по патронам? Патронам все плохо пока. Но я думаю, мы сейчас наберем. Наберем, 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 наберем. А, сука, будешь знать, как с этой связываться. Я взорвал целую военную базу, короче, разнес. Прикинь, один. Всех солдат, всех, короче, танки, все военные, все мертвы. А я жив. А так-то, а так надо действовать. Ой, я даже кого-то взорвал, красавчик я. Что это дает? Понятно. Что-то открыли. Там, кстати, есть какой-то гараж, еще можно туда прогуляться. Может быть, там что-то есть. Там что такое? О, что-то есть, ну-ка. Что-то прям лежит, меня дожидается. Я, правда, не понял, можно ли здесь было все это сделать по стелсу? Просто по стелсу, мне кажется, это нереально немножечко. Но по стелсу было бы гораздо проще, потому что они бы меня не заметили. Я бы все правильно рассчитал, все маневры свои, все выстрелы правильные, все выстрелы из РПГ, из Хираге, короче. И мы бы их быстренько постреляли. Так, F5-ка. Чего у нас тут? На-ла-на! Ты понял, что случилось? Понял? Не понял? А я понял. Придавило нахер, прикинь. На, молодец. Молодца! Вот отчего... А можно было сюда вылезти? Страсти приехали. Ну как сразу-то не забыл мне об этом сказать, что ли? Ну, в конце концов, на. Это рабочая тачка, нет? Прикинь, можно было вылезти просто прям здесь. Все целиком, все вроде как били, били меня, стреляли, стреляли в меня, а я весь живой. Красавчик, чё? Зачем это делается? Я не хочу тут как бы механиком работать. Мне надо тачку, чтобы я поехал, да и все. Мне кажется, они просто текстурированы, я никогда на них не уеду, да? Ну-ка. Нет, не уеду. А на тебе? Я, интересно, здесь можно вообще на тачке ездить, нет? Ну, поехали. Залазь, говорю. Ну, хер с тобой. Ну, мы там открыли... Я вот, бляха, знал бы про этот люк, я бы уже давно в него вылез. Потому что с него реально было бы проще, мы бы из гаража отстреливались. А тут из этих колодцев сраных не пойми куда, не пойми чего. Так, перезарядочка. А теперь сохраняточка и погнали. Вроде никого. Кто-нибудь кого-нибудь видит? Нет? Я никого не вижу. Нету никого, всех пострелял. Все мертвы. Всех убили. Причем не убили, а убил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что за херня? С танка стреляют, да? По-моему, да. Значит, тебе танк пришла беда. Мертвая зона танка, вообще огонь. Будешь знать, падла. А у меня такое тоже бывает частенько, потому что они в меня стреляют, а я в них попасть не могу. Теперь я воспользовался тем же самым, только уже против них. Так сказать, их же оружием взял, сучат. Будут знать, как против меня воевать собаки. Мудак. Здесь фоткаться можно было, типа, я убил танк. Кто стреляет? Так-то? Ёпта. Так, там броняшка валяется. Опа. А чё на тачке нельзя покататься? Чё за херня? Такая игрушка, короче, на тачке нельзя покататься. Совсем уж жлобы.
Да, что-то вы сливаетесь, ребятки, сливаетесь. Я думал, у вас будет гораздо больше. О, слышу, 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 слышу. Слышу, слышу. Слышу я тебя, дружище. Ей! Бляха. Встань, паскуда. Гранаты. Какие нахер гранаты, когда я с арбалетом? Ты что делаешь вообще? Я, кстати, по-моему, когда играл в Crysis, не помню, в какой, по-моему, в третий, я тоже очень сильно любил бегать с арбалетом, потому что арбалет реально выхлёстывал все, что можно. Правда, у него бас-патроны быстро кончались. Как у этого. Но с арбалетом реально было весело. Поэтому, если будете играть в третий Crysis, бегайте с арбалетом. Это веселушка та еще. Че, все, нет никого? Ха-ха, мудачки. Пролази, Гордон, красава. Опа, греночку. Греночку я заметил сразу, что такое. Что случилось? Что случилось? Эй, 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 хорош, ну-ка верни меня. Это уровень кончился? Да, окей. Ха-ха, хорошо. Теперь включаются эти. Уровень просто погружался. Что там, бляха, происходит такое? Кто кого убивал-то? Эй, кто воюет-то, я не понял. Охранник. Бляха-муха. Вортингтон. Тихо-тихо-тихо. Залазь, залазь. Ай-яй-яй. Никого не убил? Плохо. Хэдшот, ёпта. Есть аптечки, нет? Так, ну если здесь все звери появились, значит мне уже будет попроще. Это не военные. Тем более, если даже будут военные, они мне будут как-то помогать с этим делом. Пошел нахер. Все, что ли? Так, опять минные поля. Мне, скорее всего, вон туда надо будет бежать, да? Что там? Нет, там закрыто. Опачки. Да это уж прям в натуре контра пошла, реально прям. Какая-то карта очень похожая. Так, тут что, у меня все взорвется? Так, ну-ка иди сюда. Бляха. Дать что-нибудь, то я взорву там эту херню. Ты пойдешь со мной. Ты будешь жертвой сегодня. Он, смотри, даже две слезинки нарисованы на это. Типа, я не хочу. За что? На! Спасибо. Ну-ка иди-ка сюда-то. Просто ну, можно было, наверное, это все лучше оставить. Молодца. Чтобы кто-нибудь пробежал, кто-нибудь взорвался. Ох, нихера вас тут. Эй, алло. Чё не взрываемся-то? Странно. А из пистолета можно пострелять? Раньше нельзя было мне об этом сказать. Да хотя, наверное, кто-нибудь говорил, но... Я же такой внимательный в конце концов. Да иди, твою мать. Ну вот и все. Ну почему нет? Знал бы об этом раньше, я бы сто этих жизней уже там 500 раз не терял. Ну ничего страшного. Это было не так критично, как казалось бы. Там что такое-то? Из-за брони туда лезть? Что-то как-то не очень охота. А чё бы нет? Тут мы никак не пройдем. Надо туда идти. Погнали. Интересно стало, уже интересно стало стрелять, реально. Вот я уже в прошлой серии, по-моему, об этом говорил. Серьезно стало прям как-то, я не знаю, прям реально поинтереснее уже. Какой-то замес получился. Опять эти ученые, кипяченые. Правительство замешано, все замешано. О, отлично. А, помогите. Кто-нибудь, помогите мне. Здорово, мужик! Я здесь умираю. На, аптечку себе. Пожалуйста, помогите мне. Слышу, пырь! Я спас его, да? Или не его? Ну кого-то спас. Ну-ка откройся давай. Ну ты падла какая, а? А чего такое-то? Какого хера-то? Говна кусок, сука. Ученый куда... А, он тоже помер. Бляха, я не успел никого спасти, а? Ну знал бы, я бы сразу туда стрельнул. Не, кстати, давайте попробуем, секундочку. Опа.
Мы же, по-моему, недалеко сохранить. Сейчас попробую спасти ученого этого. У нас сразу возьмем РПГ при подходе и жахнем туда нахер как следует. Так. Где оно? Ага. А я где? Понятно. Ничего, я далековато. Ничего страшного. Да иди ты, твою мать. Ага. Вылазь, сука! Пожалуйста. Ну смотри, я спас ученого. Но он, дурак, на мину побежал! Куда ты побежал? Куда ты побежал-то? Ебанутый. Ладно, ладно, ученый. Чё ж теперь поделаешь, судьба у тебя такая. Но я хотя бы спас его. Я его спас, все отлично получилось. Все нормально, все хорошо. Только этому никак не помогло. Чувак, а ты уж извиняй, тебя никак не получилось. Но он мне хотя бы мины себе повзорвал, то молодец. Не, пока не пойду сюда. Нет, он не все повзорвал. Он помаленечко мин оставил. Так, спокойненько. Ага. Ага. Ну что ты будешь делать? Нам туда пройти надо, там какая-то электрическая херня была. Нам по-любому туда. Да вот вас, короче, тут целая куча, слышь. Сейчас все патроны на вас просру. Не сиди, да, что есть дробовикат, по ним стреляю. У меня же есть этот пистолетик обычный. О. Так, тихо. Напряжение. О-о-о-о! Прям черкануло по волосам, аж волосы. Оу, где ты? Где он? Где он? А, вон он, паскуда, попался. Так, и что с тобой делать? Стреляй! Стреляй! Стреляй, сука! Лови! Попал, нет? Как так-то? Ты чё? Ну, у меня тоже прицел есть, ладно. Где он, бляха-муха? Чё за прикол-то, алё? Где сам снайпер-то? Да ну, конечно, ага. Его ж там нету, чё за прикол-то, слышь? Стрелять в пустоту неинтересно. Так, отлично, чё-то отключил. И зачем оно мне? Хер его знает, да? Погнали, погнали, погнали. Тихо, тихо, тихо. Ага, мудак. Там нету никого, что за прикол-то? Я сейчас тебе грену туда закину, паскуда, я тебе отвечаю. Чё сейчас понажимал? Блин, как бы запись-то не сбилась. У меня что-то понажимал не того. Так, на-ка. Тихо, забыл. Но трешечка сейчас была точная. Прям точная трешечка, отвечаю. Прям красава, все сделал тихо, мирно, хорошо. Вылазим. Так, а секундочку, нам же надо куда-то попасть. Мы где-то выключили ток, чтобы куда-то пройти. А куда мы должны пройти? Что у нас защищалось током? Этого я, кстати, не помню. Там, по-моему, ничего не защищалось током. Там были только мины и все. Значит, туда возвращаться сейчас бесполезно. Надо понять, что защищалось-то. Все двери вроде как закрыты. Ручки обычные, никуда не пройдешь. Здесь мина, это можно открыть, можно? Нет. Ну током защищалось только вот это вот. Охереть! А вот это они удумали. Нам, короче, надо по проводам, судя по всему, тащиться. В натуре все по проводам надо лезть. Постел вышел позже. Второй. Здесь очень много из постела, прям реально. Наоборот, в постеле много очень из халфы, потому что халфа-то первая была. Здесь и лазанье по проводам, и, короче, и что-то я до этого еще говорил. Очень много здесь всего, прям очень сильно похоже. И вот эти на заводе, короче, прыгалки, давилки, и сам, в принципе, завод, так как у нас завод Напалма был, там тоже самое было. Так что в постеле очень много всего было из этого. Ну, конечно, молодца. Поехали. Нет, подожди, нам же по проводам надо лезть, правильно? А, сюда.
Значит, я снайпер Нильзера уработал. Он бы меня сейчас расстрелил здесь как скотинку, просто последнюю. Но так как снайпер мертв, я испугался вертолетов, тогда с вами ничего не грозит. Залази. Че, тупик? Так, а туда как перелезть? А. О, мужичок. Ты живой, здорово. Вы направляетесь в комплекс Лямбда, не так ли? А ты под столом сидел, я да? Я сам туда шел, пока не очутился здесь. Ну и у меня просто сдали нервы. Цыканул, что поделать, взгляните бывает. Взгляните через эту дверь, и вы поймете, о чем я. Катастрофу здесь. Ты угораешь, что ли? Если вы собираетесь идти дальше, умоляю, ради всех нас, продвигайтесь с максимальной осторожностью. Отойди оттуда. Ради всех нас, продвигайтесь с максимальной осторожностью. А выйти отсюда не могу, да? Я просто могу выкинуть греночку и нахер отсюда выбежать. Не, я так не успею. Короче, нельзя эту херню взрывать, ты понял, да? Иначе все жахнет только так. Козел. Так, а как я пойду с такой осторожностью? Ты издеваешься надо мной? Я взорвусь 7 раз здесь, пока иду. Опа. Опа. Так, вот сейчас дробовика-то вообще, короче, не время стрелять. Это же может все жахнуть в один момент. Опачки. На-на-на-на-на-на-на. Поздно присел, но я видел, знаю. Поздновато прям реально. Я уже заходил, носом чиркнул просто. Даже, может, волосом из носа задел. Аккуратненько. Не бросать, не стрелять, не бомбить, не взрывать, не орать, не кричать, не психовать. Ничего не делать здесь, ничего делать нельзя. F5. Опа. Да, конечно, да. А как на лестнице прыгать поздно? По лестнице прыгать неудобно в конце от концов. Давай. Так, и... Раз. Да... Чё за прикол-то, я не понял. Я еще выстрелить успел. Я жив. Я был жив, ничего не знаю. Это взрывать нельзя, да? Но ведь можно это взорвать, ничего же не случится. Хотя нет, взрыв взрывается, значит все случится. Насколько ты прыгаешь вперед? Вообще не получится. Да ядрить твою, как тебя пропрыгать-то, я не понял. Продвигайтесь с максимальной осторожностью. Я все делаю четко прям. У главного героя ног нету, ничего не получится. Я понял, как это надо сделать. Надо прыгать боком. Надо боком просто видно, когда ты подходишь к этому лучу. И боком мы все это перепрыгнем. Давай. И раз. Так, вот сейчас я реально в замешательстве. Я не понимаю, как это пройти. Это надо перепрыгнуть, но это 100% информация. Взорвать это нельзя. Может, обезвредить можно? Да вряд ли. А как это пропрыгивать? Нихера себе. А-а-а! Ну-ка иди-ка сюда. Вон оно как. Ну окей. Сука. Хитро. Очень-очень-очень хитро. Просто прям обосраться как хитро. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, спокойненько. Опа. А, это все одно и то же. Ну, военных здесь, наверное, быть не должно. Огонь, песенка пошла. Куда идти-то вообще? Вот это мафан. Взорвется, взорвется. Здесь жахнуть все может только так. Только в путь. Фейерверк! Ох, ядритаю! Фейерверище! Просто фейерверчище такое. Жахнуло вся нахер это гребаное место. Так, а там в другую сторону можно выйти. Баба-вроб здесь, может, тут попроще будет. Хотя вряд ли. Опять музыка пошла. Так, опа. Мне бы цель-то конечную бы свою увидеть, чтобы я понимал хоть куда нам надо-то.
Музыка хорошая. Музыка прям такая... Воу! Нагнетающая! Не сюда. В натуре сложно. Сложно, сложно. Прям охереть, как сложно. Ай-яй-яй! Зачем? 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 Вот что я сейчас задел? Я же ничего не задевал сейчас. Головёшкой что-то задел. Что-то задел шапкой. Волосянкой. Одной волосянкой. Прям. Опа. Такой счастливый, значит. Как это, тинки-винки. Опа. И все. Хорош. Начало этой музыки скоро будет нас, по-моему, выбешивать, потому что музыку надо дослушать до конца, у нас не получается. Почему ящики не двигаются? Это было бы гораздо лучше, если бы они двигались. Да бляха-муха. Двигаются они! Двигаются только в путь! Двигаются только так! Только не туда, куда надо. Ладно, давайте эту бомбежку оставим на следующую серию. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в этой самой следующей серии. Всем пока! Раньше здесь был мат.